Початок канікул. ГТ студенти зустрікаються спортивним запалом на лижах, сноуборді або тюбінгом. Сьогодні Лагойськ приймає більш за півтисячі аматорів зимових видів спорту. Самих активних студентів і викладчиків Білдержуніверситету. На лижні вони відзначають не тільки поспіхову здачу екзаменів, але й День Тетяни, своєї небесної опікунки. За медалі по лижних гонках удільники споборнішали у естафеті, а так само поспробували себе у більш екстремальних горних лижах і сноуборді. Закончилась сессия, и в самый раз это знаменательное событие в жизни студента, как раз-таки отпраздновать вот хорошими спортивными достижениями и победами над самими собой, как для студентов, так и для всех участвующих преподавателей, деканов, членов ректората. БГУ устраивает такой замечательный день в мои именины, для меня это двойной праздник, и это уже стало такой традицией ездить сюда кататься. И ну, в этом году я попробую кататься на лыжах, у меня это не очень хорошо получается, но я буду стараться. Подчас зимового свята удельники встретились и с профессийными спортсменами, и еще поспоборничали у жартовливым зимовым сумо и футболе.